يحب يساعد في أي مساعدات أو مبادرات إنسانية. В первую очередь благодарим руководству фонда за то, что они дали возможность и связались с нами. Посольство государства Катар Российской Федерации в лице посла, чрезвычайно полномочного посла шейха Ахмеда бин Насра аль-Тани всегда готово участвовать в таких благотворительных проектах. واحنا حابين في المستقبل اذا في اي مشاريع ممكن نساعد بالمركز ايضا اذا مصاحف ولا اجهزه كمبيوتر ولا اي من اي نوع ثاني ممكن بعد نقدم المساعدات. И если в дальнейшем будут у нас проект совместного участия, мы будем рады его изучить и поддержать. وعلاقة الرئيس رستام مع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني بدأت من عدة سنين، ولكن الآن العلاقات تتطور، ووزارة الأوقاف كما تشوفون يعني قاموا يدققون في تترستان بعد 1100 سنة، تعرفوا على المسلمين هنا أكثر، وإن شاء الله في دعم أكثر وأكثر في تترستان وفي كازان. Наши дружеские взаимоотношения между Российской Федерацией и Татарстаном, в частности, и государством Катар, исторические, но последние несколько лет они все сильнее и сильнее налаживаются. Очень много визитов двухсторонних Рустама Нургалиевича Миниханова с его величеством и миром государства Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани. И, как вы видите, проект, который мы совместно делаем, наше министерство узнали, познали и понравился Татарстан после 1100-летия принятия ислама в Татарстане. И дальше надеемся, что наше сотрудничество будет еще шире. وشكراً وذفي أي أسئلة. شكراً. большое. Если есть какие-то вопросы. مستقبل نتعاون مع الأخوة إذا في أي طريقة نجيب كتب درس لغة عربية ولا حتى نساعد نجيب أن أستاذ ولا أحد يدرس باللغة العربية إن شاء الله نتعاون مع الأخوة ونوفر لهم إن شاء الله. Сандар Хазрат, надеемся в будущем будем сотрудничать дальше. Возможно будут какие-то совместные программы изучения арабского языка для незрячих. Возможно мы посмотрим этот момент. Возможно мы сможем привлечь преподавателя арабского языка по Брайлю. И в сотрудничестве с данным прекрасным фондом постараемся в дальнейшем тоже развивать эти взаимоотношения.